На выезде из Саратова произошло ДТП с участием трех машин. Водитель ВАЗ-2113 двигался из Юбилейного в сторону Ускурдюма, когда его подрезала иномарка. В итоге молодой человек не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу, где в него врезались две легковые машины. Отечественному автомобилю снесло боковую часть и капот. Водитель автомобиля отделался легкими ушибами. Ну, голова, видать, ударился, я не знаю, все болит, ломается, руки, ноги, вот так вот. А так, в принципе, нормально.